Добрый день, друзья мои, гости канала. С вами Алина, и вы на канале Израиль, о нас и про нас. И мы в Натане, в центре города, на улице Шараэмик. Друзья мои, очень давно сейчас у нас вот такие есть машинки, которые ездят на тротуарах. Открыли нашу страну. Все открыли. Смотрите, как оно выглядит. Вот оно едет по тротуару. Вот так. И вот еще один стоит. В Израиле это стало модно. Здесь, наверное, проблемы с водительскими правами. Поэтому все покупают таким самокат. И мы подходим к улице Герцель. Друзья мои, я хочу вам сказать, что первую прививку сделала 5 220 000 в Израиле. Вторую прививку сделала немного меньше. Вакцинирую детей с 12 по 15 лет, но это не пользуется успехом. Да. Сейчас мы заходим на улицу Шмойлина Циф. Тоже одна из центральных улиц города. Красиво. Ой, так классно. Я давно не была в городе. Все открыто. Все живет. Да, вот это магазин готовой продукции. Очень вкусно пахнет. Готовая еда. Здесь это принято. Здесь любят кушать на улицах, в ресторанах. Скоро сказали, в Израиле должны выйти закон, чтобы люди сняли маски. Я не знаю. Я уже считаю, что это будет неправильно. В масках как-то получше, спокойней. Да. Дети пошли в школу. Старшие дети учатся вместе, младшие еще разделены. Ой, когда проходишь возле пекарни в Израиле, это прямо запах идет за тобой еще пол улицы. Самый красивый дизель. Это брендовый магазин дизель, дорогой. По $150 кроссовки, по 150, по $180 джинсы. Брендовый магазин. Их немало, их немного, но они хорошие. Да. Вот. Парикмахерские, девочки наводят красоту все. Все парикмахеры мужчины в Израиле. Многие, многие. Мужчины. Я иду сейчас к управлению армии. Мне нужен, мой сын закончил старшую армию. Мне надо взять у них пару документов. Так вот сейчас я иду. Очень принято, друзья, в Израиле. Магазины сухофруктов. Остави домашние фрукты. Очень вкусные. Ну и да. Ну и как не без прачек, моек. Русский магазин Славутич пользуется хорошим успехом. Да.
Да, друзья мои, я с вами продолжаю гулять в Натании. У меня аж голос немножко пропал. Я не могу взять справку для своего сына, потому что ему больше 18 лет. В Израиле вообще такая бюрократия страшная. Вот за одной справкой я буду теперь бегать полгода. Я сейчас иду на свои волонтерские работы, покажу вам, что нам сегодня привезли. Завтра у нас будет большая раздача. Приходите, друзья мои. Шалом хаверим. Тот шахахти литаргем. Туда ли коля цофим. Анахну мамшихим. Анахну мамшихим. Ве анахну нитраим. כן, אנחנו מטיילים בשמואל הנציב בנתניה, והייתי אצל קצין העיר, ולא הסתדר לי כמה מסמכים, מכיוון שבנתניה כבר אין קצין העיר, וכמעט ביטלו תפקיד הזה לתושבי ארץ ישראל. ככה, אז אני הולכת בלי נעליים, אבל אני אראה לכם עכשיו חנות בגדים שלי, שאני קונה שם בגדים. Друзья мои, сейчас покажу вам, где я покупаю красивую одежду. Кто хочет, может присоединиться. Это очки. 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 Ой, смотрите, какая красота. Шалом, не шалим, салим, то давай, а кота нас... המיוחד איזה מיוחד המשקפיים האלה לבובות вот здесь я покупаю обувь ой красивая 400 шекелей вот $130 черный 400 вместо 800 $130. А вот это белый с черным. Красивые. Ну, цены это 50%, да, сейчас, потому что кончила зима. Что, впрочем, красивые цены. Плохо видно. Да. А вот здесь я покупаю вещи. Да. Сейчас я не хочу заходить туда. Там не моя продавщица сидит. Вот. ככה, עשינו קצת היום טיול בנתניה, прогулялись, друзья мои, с вами по городу. Сейчас мы поедем на мои волонтерские работы, и я вам покажу еще красивые вещи. Продукты, в смысле, не вещи. Сегодня у нас продуктовый день. Добрый день, друзья мои, мы продолжаем. Я пришла на свои волонтерские работы посмотреть, что мы сегодня получили. Hello. Шалом. Колораби. Атакен. Шалом. Зе Колораби. Это, я не знаю, как по-русски, друзья, это называется, но с этого делают салаты. Это не готовят, но с него можно делать вкусные салаты. Капуста. Белая. Игорь, шалом. Как дела? Ну, уже все по лету. Ну, нет, да. Лето уже. В Израиле лето уже, лето. Болгарские перцы. Хаверим анахну кивальну с хорая фа катив кафри.
пильпиль, гамба, барба своим. Круглован. Махара нахну михальким ликоль миши царих визакук. Рехов арехев штемис резор тасия. Колораби. ותפוזינה, הנה בעל הבית שלנו עכשיו הוא מתפלל על כל הסחורה ועל מה שמתפללים זורקים את זה לפח. דרוזיה חז... חזיין שעס помолится, из каждого пластика взяли по одному кульку, на каждый сейчас помолятся. И потом это все выкинут. Агваниот, ешь бифним агваниот. Еще внутри есть оно агваниот. Кен. В клемантина. В целикодом есть оно. И буряки. Сейчас на и не зяся кичель мясо ки. Майкл еще мать воняет. Кен. Молятся. Мит полилим вы зурки метасхора. Амен. Сейчас все вымолить, выкинут. Придут детки и начнут собирать. Школьники все будут собирать. Туда Николя Орфин, Николя Цуфин, Шуля Аруц. Приходите, друзья, все, кто нужен, все, кто нуждается. Мы ждем всех. До новых встреч. С вами была Алина, Израиль, о нас и про нас.